Инновационные разработки преодолевают границы. Компания Consensus, занимающаяся программными разработками на основе эфириума, открыла офис в столице Великобритании. Планируется, что главой нового хаба станет специалист рынка финансовых услуг, бывший глава направления цифрового развития Deutsche Bank Эд Бад. Основатель и генеральный директор Consensus Джозеф Любин сказал: «Европейская направленность работы показывает не только ваше стремление оказывать услуги и инвестировать в ключевые европейские предприятия. Также это свидетельствует о признании талантов и духа предпринимательства блокчейн-индустрии Лондона и всей Европы.